Роман, ну кто смотрел, так сказать, наше с вами творчество, тот точно знает, что мы часто с вами обсуждали заход на российскую территорию. Я просто не думала, что это произойдет так скоро. Дело все в том, что участники русского добровольческого корпуса заявили, что уже в третий раз пересекли границу Российской Федерации. На этот раз они выложили ролик из поселка Безлюдовка Белгородской области, заявив, что скоро Россия будет свободной. Есть у нас небольшой фрагмент. Бойцы РДК снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободна. Но на этом, конечно же, не все. К слову, прогулялись участники РДК не только по Белгородской, но и по Брянской области. Факты и доказательства у нас тоже имеются. Ну что же, РДК снова на родине. Мы дома. Время борьбы за свободу России настало. Ну а теперь самая важная и самая свежая часть всей этой истории. Легион «Свободная Россия» и русский добровольческий корпус заявили, что взяли под контроль село Казинка в Белгородской области. Это в России. Ранее в средствах массовой информации появились видео танков и прочей бронетехники у здания разрушенного пропускного пункта. Пункт тоже денацифицировали. Также есть ролики, как утверждается, изнутри пункта, где виден погибший военный. Российские паблики пишут, что на контрольный пункт Грайворон вошла украинская бронетехника в составе танка Т-72 и двух единиц еще тяжелой техники и также КРАС. Они утверждают, что пограничники отошли на ранее оборудованные рубежи обороны. Другими словами, пограничники зашли вглубь Российской Федерации. Что важно, сначала российская сторона утверждала, что это ЦПСО, что это неправда и все раздуто информационно. Но вот сейчас как будто бы есть абсолютное подтверждение, что все не так однозначно. Роман, что вы видите в этой истории? Действительно ли Легион Свободной России, русский добровольческий корпус, они имеют право, да, россияне возвращаются домой? Ну а что тут такого? Ну, дело в том, что это действительно российские граждане, которые борются уже 10-й год против российского оккупационного режима. Я еще помню, в 2014 году, будучи военным советником губернатора Донецкой области, несколько десятков человек, россиян, просилось в наши добровольческие корпуса, которые воевали тогда с российской армией, которая заходила на Донбасс. Десятки россиян с 2014 года воюют с Россией. Некоторые получили украинское гражданство, хотя это было очень сложно. Ну а остальные участвовали в борьбе против россиян в составе интернациональных бригад, которые были организованы. А вот сейчас они уже, эти люди, которые 10 лет воюют, это спецура, это не мальчики с улицы. 10 год воюют с российской армией, не знают, как воевать. У них есть оружие, отбитое за 10 лет в боях. Они полностью экипированы российским ширпотребом, как они так думают. То есть, ну, это хорошее военное имущество, которое, еще раз повторюсь, было завоевано в боях, и сейчас они начали освобождать свою родину, Россию, то есть по некоторым позициям, Белгородская область и юг района Шебекино, и вот в районе Грайворона заход, и Брянская область, в сторону Климова они неоднократно уже туда ходили, и сейчас также есть подтверждение того, что россияне, то есть этот российский добровольческий корпус начинает двигаться в зависимости от своих задач. Я так вижу по картам, и двигается в сторону военных баз российских, там, где есть большие склады оружия. То есть им надо оружие, им надо вооружить тех добровольцев, которые вступают в российский добровольческий корпус и параллельные структуры. То есть расширится это российское освободительное движение, причем направление движения, мы тоже с вами неоднократно это говорили, в сторону края непуганных идиотов. Ничего там нет, их нечем останавливать. Они заходят как к себе домой, к себе домой. То есть и там, где российская армия просто не существует. До Москвы 450 километров. Это очень быстро, если будет принято решение, и эти части разрастутся, обрастут мясом и станут серьезной силой. И самое лучшее направление движения этих частей сразу в центре принятия решений в Москву,
Ну, а там уже искать этих чертей московских, которые забились по бункерам. Где-то они их повыколупывают, знают, как и где. А воевать они умеют, повторюсь, 10-й год они воюют. Это очень хорошие специалисты своего дела. И я думаю, это как раз мы сейчас находимся у истоков освобождения уже России от оккупационного китайского режима, которым руководит Путин. Да, и вы правы, Роман, когда говорите, что сейчас первая задача – это действительно вооружиться, потому что мы понимаем, с одной стороны, в шахтах они уже выкопали себе тяжелую технику и танк, нужно копать дальше, искать еще вооружение. Что мы имеем на данный момент с официальной стороны Украины? Потому что, конечно, мы это видим, понимаем, и это должны были прокомментировать в Главном управлении разведки украинской. В общем, что нам говорит пресс-служба, что Легион Свободы России и РДК проводят операцию на территории Белгородской области для создания полосы безопасности для защиты цивильных гражданских украинцев. Значит, речь идет о том, чтобы защититься, да, ну и такая условная буферная зона, это очень важно. И еще раз Юсов подчеркивает, как раз вот представители пресс-службы ГУРМО Минобороны, что там в этой операции задействованы исключительно россияне. Это важно понимать. Но с другой стороны, Роман, вот я, значит, когда читаю эти новости, у меня первый вопрос. То есть все мы видели видео, как россияне переходили нашу границу на тяжелой технике, снося абсолютно все, расстреливая пограничников и так далее. Но это же Россия. Это же Россия. Она же такая большая, сильная, мощная. Это вторая армия мира. Это вот сейчас всех забросать ядерным оружием, а оказывается, можно сесть на танк или выкопать танк и переехать границу. Как это? Ну вот вы можете объяснить, как это возможно, чтобы российская граница была настолько незащищенной? А дело в том, что российской границы как таковой не существует. Российская граница образована границами тех государств, с которыми граничит вроде как Российская Федерация. То есть это страны Балтии, Беларусь, Украина, ну и дальше кавказские страны и до Китая, то есть до Монголии. Потому здесь российскими пограничниками, российскими структурами, которые границу удерживают, даже не пахнет. Они не отстраивали границу. Это осталась старая советская граница, но она как раз проходит по внешним кордонам тех стран, которые окружают Российскую Федерацию. А внутренней границы у россиян нет. Еще раз повторюсь, это страна непуганных идиотов. Они думали, что на них никто никогда не сможет напасть. Ну, они правильно думали, кому она надо, это ж проклятая страна, кто там нападать будет. А вот они даже не думали, что кто-то будет освобождать из числа самих же россиян. И вот есть механизм освобождения России, потому никакой границы, так как они ее не отстраивали, отстроить тысячекилометровую границу, ну, куда там больше десятка тысяч километров, это просто невозможно, нереально. Российская экономика не подымет такую неподъемную ношу оборудовать больше 10 тысяч километров границ. Потому и беспрепятственно в эту страну непуганных идиотов заходят российские же граждане с оружием, которые за 10 лет отбили у россиян и вооружились. Заходят за оружием и приглашают в свои ряды тех россиян, которые готовы биться за независимость земель России. За империю российскую никто биться не будет. Все прекрасно понимают, что это уже мертворожденный ребенок, сама Российская Федерация, пока в режиме Советского Союза она как-то была еще устойчива. А без Советского Союза, без границ и без влияния, это просто уже называется «родился мертвым». Потому никто это мертворожденное дитя защищать не будет. Каждый будет работать для выполнения своих задач. Вот, допустим, если это белгородчане, ну вот белгородская земля, земельные, как земли в Германии, допустим, вот так, скорее всего, по крайней мере, с нами будут граничить несколько земель, начиная вот у нас Брянская земля, Курская земля, Белгородская земля, Воронежская земля, там Ростовская земля. Вот с этими землями, с людьми, которые будут освобождать эти земли, это, еще раз повторюсь, оккупационного китайского режима. Это уже китайский оккупационный режим. Путин — вассал Китая, дрон,
Причем такой дрон, которому даже уже руки вассал не подает, сюзерен не подает этому вассалу, он ему уже просто надоел. Потому как только развалится Российская империя, я думаю, мы будем выполнять определенные действия по защите своей территории, то есть в какую-то демилитаризованную зону. Ну а дальше с этими 5 землями мы ограничим только с 5 областями пока России, с 5 будущими землями. Вот с этими землями будем выстраивать отношения вот с теми людьми, которые сейчас эти земли освобождают. Мы с ними 10 лет, мы с ними 10 лет боремся против оккупационного российского режима путинского. Безусловно, я тут, знаете, Роман, подчеркнула такую беспечность российской власти, потому что, с одной стороны, например, Илья Пономарев очень часто говорил, да, и о существовании, и о том, что делает и Легион Свободы России, и РДК, а в России все говорили, да, ну, потому что их там 2,5 человека, они ничего из себя не представляют, и это вообще выдумка и ЦИПСО. А вот добрый вечер, они возвращаются домой. Это первая история. И вторая, это, конечно, когда им казалось, что все, что они сотворили с нами, будет безнаказанно, ну и, собственно, вот этот переход границы как раз и показывает, что нет, и к ним война может прийти, и фронт будет расширяться на их территории.